Добрый день, дорогая церковь. Где-то месяц назад у меня молитвенная тема была. Я озвучил ее на молитвенном собрании нашем. У меня в больницу попали мои родители оба. Вот, значит, у мамы было поражение легких больше 20%, у папы больше 50%. Вот, у папы, конечно, была такая ситуация немножко тревожная и близка к критической, но, слава богу, они выписаны уже из больницы, восстанавливаются, уже ходят на работу. Вот, обоим за 70 лет. И спасибо Господу, спасибо вам за молитву, за поддержку. Вот. Второй момент, за который я хотел бы поблагодарить Господа, это тоже знает и молодежка, и молитвенное собрание. У меня был проблемный вопрос замены моего паспорта казахстанского. Вот. Для чего мне надо было ехать в Казахстан, чего я в данной ситуации на сегодняшний день не очень-то этого хотел. Вот. Но на этой неделе, я верю, что это от Господа, появляется вариант прописки моей в Казахстане и, соответственно, замена паспорта без выезда в Казахстан здесь через посольство. Вот, то есть для меня это огромный плюс, огромный шаг. Вот, и слава Господу и вам за ваши молитвы. Вот. Еще не до конца вопрос решен, но я верю, что выход есть, и Господь его показывает и делает все. Спасибо. Слава Богу. Еще у кого-нибудь?